Кунц? Рита. Да, это мой позывной. Но здесь я Шумский. Ну хорошо, Шумский. У тебя должно быть для меня письмо. Есть нож? Посылка. Только я ее сбросил в море недалеко от берега. Не волнуйся, фал длинный. Нужна лодка, чтобы забрать. Не могу показать место. Хорошо. Побудешь пока здесь. Огонь не разводить. Посылку бы забрать, а то кто-нибудь другой заберет. Это уже не твоя печаль. И долго мне здесь находиться? Сколько понадобится. Подкрепись. Наблюдай, а я до города. Ребятам помогу. Молодой человек, хотите проверить удачу, потренировать меткость? Можете для девушки приз выиграть. А я и сама могу себе приз выиграть. А я что, что-то смешное сказала? Нет, что вы, товарищ, пожалуйста. Прошу. Держи. Это правильно. Хватит деньги на ветер швырять. Прицел сбит. По всей видимости, намеренно. Молодой человек, что вы такое говорите? Как вам не стыдно? Меня тут все знают. А какая мишень у вас на плюс? Два выстрела, две свечки. А какой приз? Парусник. Давайте еще два выстрела. Теперь ты. Повезло. Только бери правее, немножко выше. Давай. Стреляй.
Ну что, товарищ, где наш парусник? Спасибо. Спасибо. Рассказываю про крабов дальше. Значит, если палачить краба... Я уже волноваться начала. Чего так долго, родной? Мужики подсобить попросили. Лодку просмолить. Опять? А ты отказаться не можешь? Ну а чего отказывать-то? С людьми же живем. Смотри, зато сколько рыбы принес, а? Здрасте, Ирина Григорьевна. А где Игорька-то потеряли? Он к отъезду готовится. Мы уезжаем. Куда? Не могу сказать, запрещено. Мне 300 грамм взвесьте, пожалуйста, Николай Борисович. Угу. И вот, Игорь вам на прощание сделал. О, целый самолет. Да. А я вам за это довесочек досыплю. Спасибо. Держите. Вот так. Удачи. Спасибо. До свидания. До свидания. Ирина Григорьевна, поедете? Прошу. Как прошло? Нормально. В шифровке написала, что меня переводит на Северный флот. А подразделение будет расформировано, как утратившее доверие. В связи с тем, что старшина верхняя оказался шпионом. Твоя награда. Вдова капитана. В порядке исключения, несмотря на его возраст и художество матери. Это моя похоронка, так ведь? Хочешь, чтобы я тебя пожалел, стелька фашистская? Не хочу. Хочу спросить только. Ну? Товарищ Сабуров. Даже не заикайся о нем. Твою маму. Нас интересует диверсионная школа, в которой вы обучались. Ее расположение? Я не знаю. Ирина Григорьевна. Я не знаю, правда. Меня и других курсантов туда привозили в закрытом фургоне.
Вокруг школы высокий забор. Занятия проходили в подземных помещениях без окон. Похоже на бомбоубежище. Нас иногда возили в замок, там был радиокласс. Я обучалась там 3 месяца. Что вы делали еще эти 3 месяца? Училась на радиста. Обучалась стрельбе и рукопашному бою. Как расположить к себе человека, чтобы вызвать доверие. Как вести себя хладнокровно во время опасности. Расскажите мне, пожалуйста, все до мельчайших деталей, что вспомните. Цвет дверей, рацион питания, имена поваров, даже клички собак, которые бегали по периметру школы. Там не было собак. Господин Катрян не ладил с животными. Вы знакомы лично с полковником Катряном? Немного. Перед тем, как попасть в школу, меня привозили к нему в замок. Я так поняла, он лично отбирал каждого кандидата. Расскажите про преподавательский состав и про вашу группу. Преподаватели в основном итальянцы, немцы. Группа 20 человек. Некоторых иногда забирали, и обратно они не возвращались. В основном итальянцы, немцы. Группа 20 человек. Расположение в школе внутри. Коридоры, двери, комнаты. Заходишь в первую дверь, затем вторая. Коридор. Дальше он ходит направо, там комната, где спали курсанты. Затем длинный коридор. В конце железная дверь. Я слышала иногда... Сирену, вы же говорили про это. Я не помню больше ничего, правда. Можно мне воды, Сергей Александрович? Нет здесь ничего. Чисто. Но не мог же он ей просто в карман рыбу насыпать. Ротань сейчас для него бесполезна, пока не доберется до нового места службы. А она до него не доберется. Ты будешь мне писать? Конечно, буду, мой хороший. Конечно, буду. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Честная Черноморская. Честная Черноморская. Мальчишку жалко. Нормально с ним все будет. Родину не бросит. Вырастет человеком станет. Не то, что это шваль. Все, хватит прощаться. Не плачь, я же буду учиться родину защищать. Это я от радости, мой хороший. Все. Ча, иди. Иди. Убегать.
О чем вы думали, товарищ капитан третьего ранга? За такие дела вас по трибунал мало. Готовы понести наказание, товарищ капитан первого ранга. Не надо здесь из себя Жанну д'Арк строить. Надо будет, накажу. Четвером не уследили. Это как называется? Попытка побега, товарищ капитан первого ранга. Хорошие дела. Где важен? За дверью, товарищ капитан первого ранга. Хитрая какая. Теперь весь запал прошел. Ну и хорошо, товарищ капитан первого ранга. Хорошо. Давай его сюда. Важен. Здравия желаю, товарищ капитан первого ранга. Сведения о Столярове ты собирал? Так точно. Столяров ни с кем, кроме жены и покупателя, не контактирует. Все постоянные покупатели под наблюдением изучаются. Несколько случайных тоже проверены. Пока ничего ни на тех, ни на других. Что на самого Столярова есть? Ничего, товарищ капитан первого ранга. По бумагам он герой-подводник. В отставке по ранению. Документы подлинные. Жена? Жена Марина. Уроженка Крыма. Комсомолка. Беременна. Хорошо замаскировались, ребята. Разрешите идти? Идите. Как вы там прошли? Это что за шутки? Чекисты драться не научили, а? Кто тебя послал? Где Шумский? Да пошел ты. А ну стоять. Кто тебя послал? Где Шумский? Я Шумский. Позывной Рита. А вот ты кто? Я Кунц. Ну что, может, поговорим? Поговорим. Кто тебя послал? А что, разве в том письме не было написано? Я тебя спрашиваю. Катряну. Катряну. Бывал у него в кабинете? Бывал. Слева от двери картина. Помнишь? Нет у него картин. Не любит графа живопись, любит музыку, постоянно ее слушает. Кличку и породу? Собаки-инструктор Рицоли. Овчарка. Чина. По названию их не киностудии Чина. Ладно. Пойдем доставить посылку. Отпусти его. Дай ему вещи. Переодевайся. Еще час назад. Пойду проверю.
Куда плывем? Где посылка? Знак в районе высокого мыса, знаете? Где заминированные берега? Да. Я там вышел. Поплыли. Внимание, класс. Курсанты как раз отрабатывают навыки скоростной телеграфии, господин полковник. Желаете поприсутствовать на занятии? Нет. Вы нужны мне в моем кабинете, Эмиц. Курсант Кама, назначаю вас старшим. Продолжите занятия в классе минирования. Выполняйте. Слушаюсь, господин обер-лейтенант. Класс, в колонну по одному, на выход шагом марш. Нет там никого. А куда он делся? Там, с другой стороны пещеры, замаскированный выход. Спуск к воде. На песке следы. Три человека. Ведут к воде. Никуда не денется. Им посылку забрать надо. Солей надо предупредить. Послушайте, Гюнтер, я позвал вас и господина Рицолли для того, чтобы сообщить вам, что Берлин на меня насел. Они торопят. Мы должны как можно быстрее приступить к завершающей стадии операции «Морской конек». Наступление Красной Армии уже очень близко. А фюреру, ему нужен результат. Сформируйте группы из лучших, наиболее подготовленных курсантов. И подготовьте мне списки прямо сейчас. Садитесь и пишите. Терпение не потеряли. Давай здесь. Уверен? Третий раз место меняем. Я ночью плыл на створный знак. Может быть, вправо-влево ошибся. Потом волна сносит. Сейчас найдем. Ну, смотри. Камушек-то у тебя последний остался. Держи. Не найдет, уходим. Долго на одном месте торчим.
Тяжелый, зараза. Каменистая. Наверное, фал перетерся. Сейчас я отдохну, еще раз нырну. А что ты там будешь делать? Как веревку будешь крепить? И не сможешь ты без акваланга, слишком глубоко. Без посылки мы здесь не нужны. Сообщу в центр. Ставь парус, уходим. Отлично. Сработало. С ними ушел. Значит, поверили. Здравствуйте. Я заждалась, долго тебя не было. Знакомься, Мариночка, это мой сослуживец, товарищ Шумский. Я ездил его встречать на вокзал, он пока поживет у нас. Мы гостям всегда рады. Спасибо, Марина. Пойдемте в дом. Марина, вы что ж с утра пораньше стиркой занялись? Доброе утро, товарищ Шумский. Хотите, я вам постираю. Да ну, на мне из одежи он чудо-лапти из тараканьей кожи. А где же хозяин-то? Так лодку готовит. Вас велел не будить. Сказал, с дороги вы. Да, было дело. Сказал, вернется, рыбачить пойдете. Можете что-то помочь? Так не надо ничего вроде. Поль все сделал. Ну, давайте хотя бы дрова в дом занесу. Так ведь есть там дрова. Но лишним же не будет. Весна ночи жарко выдалась. Угу.
Ну что там наш засланный казачок? Сигнал для встречи не давал? Значит, не время. Следить за домом днем и ночью. Установим членов группы и возьмем всех разом. Ты что такой хмурый? Не выспался? Почему выспался? Хорошо позавтракал, пообедал, поужинал. В общем, здесь хорошо. Ловлю рыбку, как будто нет никакой войны. Хватит на твой век войны. Одна достать не удалось. Жду дальнейших распоряжений. Работаю на прием на волне 6 человек прибудут через неделю с грузом. Необходимо подготовить встречу. Во вражеский тыл ровно через неделю будет заброшена наша группа. Ее возглавит Ингвас. Для меня это большая честь. Перед группой будут стоять очень сложные задачи, и я не скрою, что мне чертовски приятно, что все наши курсанты, проходящие обучение в школе, выразили свое желание участвовать в группе абсолютно добровольно. Из всего количества мне пришлось выбрать 5 самых достойных. Вот их имена. Белый. Виктор, Матвей, Рудык и Кама. Спасибо за рыбу, за свежую. Завтра-то будете торговать? Обязательно, каждый день. Хорошо, спасибо. О, бычок хороший. Ага. Почем? Полтинник, десяток. Давай-ка мне десяточек. Давай. Хорошо расходится. Ну а чего? Товар хороший, свежий. Утром в море, в обед на столе. Держи. Правильно. Спасибо. И мне давай. Сколько? Десятку. Хорошо, я понял вас. А пирожки чем? Немного осталось, надо бы еще привезти. Давай я съезжу. Давай.
Спустись в погреб. Тут Денис ледника, остатки утреннего улова. Хорошо. Держи. Ящики год. Когда у тебя был выпускной? Все верно. Как ты? Ничего. Пользуюсь доверием. Отлично. Через неделю прибудет группа из 6 человек с грузом. Я рада, что ты жив. Через неделю. Понял про сбитый прицел? Ну, да ладно, ты бы тоже разобралась. Вообще, конечно, лихо ты. Спасибо. Видишь, занятия не прошли даром. Но мне приятно, что именно ты оценил. Нет, правда. Беру свои слова обратно, был неправ. Какой же он красивый, это наш приз, правда? Да, она. Очень красивая. Она? Это же парусник, он. Нет, это Бракентина, и она очень красивая. Так же, как и... Вот вы где. Я вас по всему парку ищу. Егор, смотри, какой приз мы выиграли в тире. Я всегда знал, что ты молодец. Нет, это не я, это мы с Сережей. Ладно, у меня билеты в кино пропадают. Сергей. Да. Ты с нами? Нет, я вспомнил, у меня дела. Какие еще дела? Срочные. Вы, да. Красивый парусник. Это Бракентина. Ингвас, передавайте привет Шубскому. Вы ведь приятели, не так ли? Еще передайте ему, что его ждет большая награда. Железный крест. Прямо на могилу. Если будет хоть одна еще такая оплошность. Передам. Удачи, Ингвас. Нам, конечно, еще не хватало, чтобы здесь Сабуров появился. Это что, какой-то боевой корабль русских? Да нет. Знакомый мой один. В Одессе встречались в 41-м. Вот ты где, а я тебя ищу. Хотел сказать, что к сегодняшней встрече все готово. Выпей.
Родители мои погибли в этот день. 26 лет назад. Моложе меня нынешнего были. Отцу 32 было, матери 30. Как это произошло? В 18-м у большевиков вопрос с дворянами решался до банальности однообразно. Да, это правда. Панин Николай Борисович. А ты сам-то как выжил? Граф Катряну, друг нашей семьи. Он увез меня тогда из Петрограда. 10 лет мне было. Он взял меня к себе, заменил семью, воспитал. Обучил всему тому, что сам знал. Получается, что ты из-за денег? А ты решил, что я перебежчик дешевый, да? Нет. Господин Шумский. Я за Россию воюю. Родине изменять не научен ни за какие коврижки. Ну а ты сам, почему? Вижу же, что не просто так. Потому и говорю с тобой открыто. Верно, не просто так. Только это длинная история, как-нибудь потом расскажу. А сейчас давай помянем твоих родителей. Как их звали-то? Отца Борисом Викторовичем. Маму Анна Константиновна. Пусть земля им будет пухом. Я, конечно, все понимаю. Как ты с этой женщиной Мариной ты связался? Конечно, женщина — это хорошее прикрытие. Она не прикрытие. Она мне жена. Жена, которая ничего не знает про мужа? Не надо ей ничего знать. Васянов, Роман. Так, Петр Звонарев, второй белорусский. Рафиев Роман Евгеньевич, вместе с ним живете? Угу. Далеко добираться-то? А то мне в 2 часа дня шифровку нужно отбить, чтобы все нормально прошло. Недалеко успеешь. Thank you.
А где Шумский? Пойду Мишку попрошу. Чай сбацать. Лен, я. С возвращением, товарищ капитан второго ранга. Ты что, мы опять? Да, сослуживцы. И как товарищ, я вас еще раз поздравляю. Переговорить с Нестеренко.